Что такое ревновать, когда твой любимый человек вдруг тянется к губам, но уже не к твоим губам? Волос на диагностику была последний раз в августе, вернее первый раз. Сегодня второй, вот провели диагностику и покажу вам свои результаты. Надеюсь, вам видно. Вот это было до. Тут видно, пробор был не очень густой, была небольшая залысинка, вытянутые волосы. И вот теперь у меня такой пробор. А еще какие у нас есть фотки? Давайте другую. А это уже не на сторис? Это сторис еще. Это все еще сторис? Да. Вот сейчас покажем. Вот у нас височки. Височная часть. Височные части, да. Тоже, видите, намного гуще стали. То есть мы идем правильными путями, да? Совершенно верно. Хорошие результаты. Очень довольна. Но, тем не менее, продолжаем работать, чтобы достичь уже максимального 100% результата. Кидаю вам ссылочку. Все, кто хотят иметь красивые волосы, самое главное, здоровые, густые и максимально вот то, что вам дано природа, и обращайтесь сюда. Пришла в гости клиника доктора Василенко. У них новое место. Они переехали. Покажу вам, как это у них. Подарочки. Новое место, новая клиника. Помните, в прошлом году я была у них. Конечно, что там, с той стороны тоже. Сегодня, пожалуйста. Ой, красиво. Давайте вас позвоним. Такая красивая, какая-то зона. Интересно. Как дела? Все хорошо. Да, красивые кудряшки. Да, ты прям очень напоминаешь моего брата. Да? Константина. Константина? У меня тоже такие кудряшки. Нет, он похож очень на тебя. Костя. Привет, Костя, привет. Посмотришь сторис, увидишь. Никому не рассказывай, Костя, что ты и я один и тот же человек. Да, вы можете, кстати, быть друг другу полезны. А, нет, вы брат. Мне кажется, и возраст у вас одинаковый. Чтобы никакого не было, мы сделаем так, чтобы они просто исчезли. Исчезли. Мне 32. 87? Да. Да ладно. Я говорю, Костя. Нормально. Это акупунктуру можем просто прожечь пару раз уже подлиннее. Ну, в удачи. Похоже. Это прям неожиданный финал. Такая терапия после процедуры. Красота.